скоро масленицы бойкой закипит широкий пир. И блинами, и настойкой закутит крещеный мир. В честь тебе и ей Россия, православных предков дочь, строит горы ледяные и гуляет день и ночь. Игры, братские попойки, настежь двери и сердца. Пышут бешеные тройки, снег топоча у крыльца. Разгулялись город, села, загуляли стар и млад. Всем зима родная гостья, каждый масленице рад. А? Начинаем представление! Всему народу удивление! Широкая печь пылает, две стряпухи не поспевают печь. На сковородках с тарелку черные блины пекутся, и гречневые, румяные кладутся в стопки. Пар идет от блинов винтами, кадушки с опарой дышат. Льется, шипит по сковородкам, вспухает пузырями. Эх, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не ёмкие. Посудите сами. На блинах у Петросеева Аганчиков купец держал пари с бокалейщиком Трясиловым. Кто больше съест блинов? И что же вы думаете? На 32-м блине, не сходя с места, Богу душу отдал. Да-с, измельчали люди. В трактире Егорова в охотном ряду было полно лохматыми толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной. Ой, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, потому что потолки низкие, старозаветные купцы запивали огненные блины с красной икрой, мороженым, шампанским. Ой, блины-то у вас какие! Ой, блин красен и горяч, как горячее все прогревающее солнце. Блин палит растительным маслом. Блин символ солнца. Ой, символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых ребятишек. А помните в романе Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин? Кстати, сам большой любитель блинов с припеком был. Описывал традиции семейства Лариных. Как там? Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Масленица. Я теперь еще чувствую это слово, как чувствовала его в детстве. Яркие пятна, звоны вызывает оно во мне, пылающие свечи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармонии. Мать моя приказала для усиления меня сделать на дворе гору, на которой можно мне кататься. Для меня не противна была сия забава, и я воспользовалась довольно сим дозволением. Ой, помню, каталась. А вот во времена Петра I, раз на Масленице, в 1699 году, после одного пышного придворного обеда, царь устроил служение Бахусу. Патриарх, князь папа Никита Зотов, бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колено. Ой, шестилетнему мальчику, которого все называют ласкательно Додя, мама сообщила, что завтра будут блины, и к ним придут гости. Мальчик еще не знает, что это за чудное блюдо, и поэтому ждет следующего дня с огромным предвкушением. Положив подбородок на стол,
Додя надолго застыл в нем в немом восхищении. Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра! Что за поражающая селедка, украшенная зеленым луком, свеклой и маслинами! Какая красота! Эти плотно слежавшиеся сардины! А впереди еще блины! Это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот. Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни. Многое уже исчезло и имеет только исторический интерес. А между тем, такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет назад. Не видно им конца и в будущем. Да, блины, их смысл и назначение – это тайна женщины. Такая тайна, которую едва ли скоро узнают мужчины. Нельзя же, однако, чтобы масленица не вызывала у узкого человека хоть одной улыбки. Будь это среди знойных зыбей Атлантического океана, праздную Масленицу, они не могли не вспомнить катание на льду и заменили его ездой друг на друге. Да, глядя, как забавляются молодые усачи с проседью, захохочешься этому естественному национальному дурачеству. Это лучше, чем льняная борода Нептуна и осыпанные мукой лица. Русские восторгались Италией. Итальянцы, в свою очередь, России. Слово за слово разговор перетек в особенности языка, а потом остановились на том, что в начале весны в Италии уже все деревья цветут, тогда как в России лежит снег. Хотя русские тоже нашли, что ответить. В феврале в России тоже хорошо, потому что в феврале масленица, на которую пекли блины. Некий месье Фуркуа, зайдя пообедать в трактир, был шокирован количеством тарелок, наполненных обжигающими блинами, которые москвичи поглощали, как ни в чем не бывало. «Как, однако, много подают в русских ресторанах», — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. 5 блинов! Разве один человек может съесть столько лакомств? Сосед, между тем, помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут. «Человек!» — обернулся он к половому. «Подай еще порцию!» «Да что у вас за порции такие? Подай сразу 10 или 15. Дай балыка, семги, что ли?» «О, страна чудес!» – думал Фуркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса!» Семен Петрович, рискуя обжечь пальцы, схватил 2 верхних блина, самых горячих, и аппетитно шлепнул их на тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Затем, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь в предвкушении, он медленно и с расстановкой обмазал их икрой. А места, на которые не попала икра, он намазал сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет, Потыкин взглянул на дела своих рук, подумал немного и положил на блин самый жирный кусок семги, кильку и сардину. Да, ели, как и всегда, по праздникам. Сытно и много. Щи с бараниной сменяла лапша. Потом вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьян перекрестился, отдуваясь, прилег на кровать. А Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей.
плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине углубление, так называемый колодец, налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Честная масленица веселенько тебя встречать, привечать, трудно-нудно со двора провожать, уши как нам тебя вертать, ворочать. Воротись, масленица, воротись, честная масленица. Воротись хоть на три денечка, не воротишь на три денечка. Воротись к нам на денечек, на малый кусочек, честная масленица.